В лес в воскресенье вечером, после всех грибников. Вчера не ездил. Вечер, ну, 2 часа уже. Вот там лес есть. Вот кто здесь. Старенький я снимать не стала, а этот ничего. У дороги, у лесной. Дорога дальняя, лесная. Очень красиво. Саша режет под березовики. Прямо у лесной дороги. А я вот это нашла. Под березовики, да? Хорошо. Смотри, какой я пень нашла. Но камера не передает, видимо, цвет. Они такие лиловые. Кто-то над нами летает и курлычет. Но такое большое, как коршун. Саша режет под березовики. А я снимаю вот эти красивенькие мухоморчики и свой грибочек. Ну, хорош, нельзя мимо пройти. Какая симпатичная улечка. Тоже красиво растет. После всех грибников интересно грибы искать. То, что они пропустили, нам досталось. Всегда возле мухоморов нахожу что-нибудь полезное, потому что люди бегут дальше. Они отвлекают их внимание, они не видят, что у них под ногами. Красота. Возле мухомора было несколько под березовичку, но это же красивей. О, вот один попал сегодня, боровик. Красавчик. Здесь было 15 штук и плюс рядом 20 таких. Ой, Саша, вон там, иди посмотри, вон он. Вон под осиновик растет, посмотри. Вот гриб растет, видишь? Так, еще один. Ой, люди кричат, кто-то потерялся. Сейчас будем им тоже кричать. Сначала посмотрим, будет ли ответ. А потом аукаем. Какие свежие вешенки, молодые. Шикарные, прелесть, вешенки. Ура! И это очень маленькие еще вешенки. Не нужны, чтобы груздики какие-нибудь попались. О, эти уже порядочные, красивые. Сразу втроем растут. А тот подальше. Да их тут целая поляна. Даже и снимать не буду. Ну ладно. Пару штук срезала маленькую. А это мои рядовки. Я люблю такие коричневые рядовки. Вот они, сейчас покажу капитально. А то всегда